Друзья, всем привет! Сегодня меня ждет очень большое строительство. Нахожусь в Чернобыле возле своей земляночки. В общем, не было меня здесь неделю. В принципе, ничего здесь с ней по-прежнему не поменялось. Как говорил уже, что ждет меня большое строительство, потому что запланировал очень много работы, приехал на 2 дня сюда. Буду целыми днями работать, 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 работать. Просто когда на пару дней сюда приезжаешь, то немножко больше успеваешь. Запланировал много, если все успею, то в следующей серии уже сможем делать новоселье. И пишите в комменты, кого пригласить. Можем, например, пригласить Суперсуса. Я думаю, что это очень хорошая идея будет, потому как... Ну, под каждой серией землянки мне пишут про Суперсуса, там кто-то говорит зови, кто-то не зови. Я думаю, что, в принципе, стоит, знаете, ребят его сюда позвать. Если вы не видели предыдущие серии, как я строил эту землянку, где-то там выскочит подсказка, либо в описании ищите ссылку и смотрите целый плейлист с землянкой. Ну, а мы, собственно, заходим, ребята, в земляночку. Как вы видите, здесь уже такие баллоны с монтажной пеной стоят. Я его, кстати, только что носил под мышкой. Чтоб он теплый был, потому что на улице уже прохладненько, где-то, не знаю, минус 5, наверное, сегодня. Ночью вообще было лютая лють. Много было комментариев, много было идей. Кто-то советовал заделать вот эти щели паклей, но реально местами щели очень большие. Хоть мы, когда, знаете, строили вот этот типа блиндаж, или как эти стены называются правильно, мы старались подбирать максимально ровно, но вот как получилось. Все-таки я думаю, что пеной будет проще. Потом, когда это все дело обшкурится... Вскроется чем-то, мы попытаемся пене придать какой-то, ну, вид дерева. Аккуратненько берем и заделываем пенкой. Не знаю, в сколько раз, ребята, она расширится, поэтому много пока что не буду запенивать. Потом, если что, можно будет, я думаю, всегда допенить. Да, выпирать будет сильно, но ничего, пену можно будет легко сошкрябать. Недавно появился стартап, который планирует запустить такой облачный сервис, у которого нет ограничений по гигабайтам, как в других популярных сервисах. И все это всего лишь за $1. Звучит очень перспективно и востребовано, поэтому компания Avalon вложила туда очень крупную сумму денег, для того, чтобы ребята смогли превратить свой стартап в полноценное приложение. Avalon не меценат и не из доброй души вложил туда $4 миллиона. Эта компания планирует продать этот стартап Apple, так как уже ходят слухи об этой сделке. Эта площадка любит своих инвесторов, потому что благодаря им они могут инвестировать деньги в такие стартапы и зарабатывать на этом кучу кэша. Поэтому каждый инвестор компании Avalon получает 1,3% в сутки ежедневно. Эта компания проверена и уже более 5 лет в деле. Пройди простую регистрацию по ссылке в описании, и ты получишь свой стабильный, регулярный, пассивный доход. За несколько подходов я добавлю. На этой стенке особо не пенил, потому что здесь все-таки печка будет. Я не знаю, там боюсь, что пена может стать причиной пожара. Так, в общем, решил начать с печки. Прошлый раз, когда мы здесь были, мне показали, что вот эта пластина плохо установлена. Я вот замесил немножко бетона, и сейчас буду как-то фиксировать, наляпывать, герметизировать лучше. Вот, кстати, смотрите, потрескались такие трещинки, но вроде дым сюда не шел. Ну, короче, ладно, мы сейчас это все еще раз заделаем. Потом нужно будет замазать вот типа вот так всю печку, чтобы она уже как-то более-менее одинаково выглядела. Потом я взял там такую сетку с такой ручкой, короче, надо будет ее типа шлифануть, чтобы вот этого всего такого некрасивого не было, чтобы она ровненькая, гладенькая, красивая была. Но я попытаюсь сделать максимум, что в моих силах, чтобы все было красиво. В общем, пока раствор еще не застыл, надо уже приступать к работе. Это не бетон, это не цемент. Как некоторые писали мне в комментах, это какая-то огнеупорная смесь на основе глины. Так что я думаю, для печки она в самый раз подойдет. Еще, кстати, ребята, некоторые писали, что за счет того, что я вот эту такую шубу, так сказать, сделал ей, она будет 3 вечности прогреваться. И я вот почему-то... Ну, я, может, не прав, но я не согласен. Мне кажется, что наоборот, как бы, чем больше вот... Есть чего, что может впитать в себя тепло, тем больше будет оно держать тепло. Короче, не знаю, пишите в комменты, если я не прав. Если я прав, то можете лайк просто влепить мне. Короче, думал, что будет все, ребята, быстрее. Вот, как-то так выглядит. Тут кое-как позаделывал, наверх наложил. Ну, вроде бы, как она, знаете, и так дым не пускала, но теперь наверняка не будет пускать. Потом, когда это все подсохнет, возможно, даже не сегодня, потому что на улице сейчас жесткий минус. Я вообще не знаю, можно ли работать с такой смесью в минус, потому что, ну, как бы... Вода просто в растворе, наверное, сейчас застывает. Очень много кто писал в каждой серии пол, пол, пол. Когда пол, будет ли пол? Нужно колодец под полом, чтобы вас не затопило. Сейчас, наконец-таки, наступил уже тот момент, когда я буду делать пол. Изначально вот эти поддоны должны были бы служить кроватями, но... В прошлый раз мы выяснили, что кровати с них никудышнее. Особенно вот та. Я на ней спал, там, если не видели в прошлой серии, как у меня ноги были. Ну, короче, цирк такой был. Короче...
Сейчас я попытаюсь вот здесь прокопать такой типа колодец. Во-первых, туда будет, ну там, если будет вода затекать, но мы потом все сделаем снаружи так, чтобы вода не затекала. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Но на всякий случай сделаем такой колодец. Туда будет там, если что, скапливаться вода, впитываться. Ну, а зимой просто холодный воздух, если я не ошибаюсь, он внизу, а теплый вверху. Если я прав, то, короче... Благодаря этому колодцу будет как бы сверху чуть меньше холодного воздуха, а... Как бы он туда где-то под пол идет. Короче, а вот эти поддоны, ребята, я решил, что я с них сделаю основу для пола. Я изначально думал взять каких-то пару бревен и вот так положить, и штафетом все сверху зашить. Но зачем резать деревья, если есть поддоны? Тем более даже сухие деревья, не обязательно резать их, можно просто там на дрова порезать будет, порубить и сжечь в печке. В общем, я сейчас возьму, ну, не знаю, может, конечно, было бы хорошо повыше пол поднять, но тогда как-то уже, знаете, вот если вот так будет пол, то неудобно будет, тем более, что вот, кстати, да, я провтыкал жестко с поддувалом, поддувало очень низко. Короче, один поддон, высота одного поддона, это будет высота пола. Сейчас я вот это все красивенько тут все разложу, чтобы было все по фэншую. Ну, а потом зашью штафетом. Ну, сперва, конечно же, нужно будет выкопать здесь яму. Яму здесь копать, ребята, будет очень тяжело. Во-первых, мороз, во-вторых, даже когда мы копали, еще тепло было, на такой глубине... Земля просто, ну, песок в данной ситуации, он просто как камень. И кто-то говорил, фундамент надо под печку, чтобы она не упала. Ребята, здесь песок как камень. Я уверен, что она будет стоять, и с ней все будет хорошо. Тем более, ну да, она весит немало, но как бы я думаю, что, короче, все будет четко. В принципе, ребята, земля в землянке не промерзла, копается. Я думал, будет куда хуже копаться, но вот видите, такая все равно немножко каменоватая. Ну, даже не земля, а песок. Сейчас выкопаю вот такую яму. О, я не знаю, насколько это быстро будет. Еще буквально три лопаты сюда бросаешь, и уже полное ведро. И вот это приходится вверх-вниз, вверх-вниз. Многие, кстати, критиковали. Лестница много места занимает. Разберемся, ребят, много на места или немного занимает. Но я вам скажу, не было бы этой лестницы, выносить вот эти ведра было бы куда дольше и куда сложнее. Все равно в лестнице, я считаю, нужно где-то сделать дровницу. Я не знаю, как это называется. Назову дровница, может, неправильно. Сделаем вот тут дровницу. Все нормально будет. Да, землянка, конечно же, там не 100 квадратных метров, всего лишь 9. Какую-то часть занимает лестница, но мне кажется, она очень-очень упрощает жизнь. Можно было, конечно, сделать по-другому, но было принято решение так. И как вы понимаете, ребят, ну никто уже эту лестницу переделывать не будет, потому как, сейчас как-то копать другой выход не получится. Лестницу другую можно сделать, но это будет неудобно. Поэтому реально проще оставить так, а тут снизу просто сейчас, ну не сейчас, может там сегодня, завтра, послезавтра или в другой серии заложим все дровами, чтобы удобно было, можно было спать, топить печку, и дрова прям тут были, и никуда выходить не надо было. Короче, все. Копаем. Все, берем ведерко и по удобной лестнице погнали вверх. Для того, чтобы обойти лестницу, нужно немножечко подрезать поддон. Плохая была затея. Я просто взял тут, думал, как бы по месту приложу, будет удобно резать. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Многие писали, что дымоход видно будет издалека. Не дай бог, кто-то еще фонариком посветит, то все, ужас будет. Было принято решение взять черную краску. Почему черную, не знаю, и покрасить. Ну да, облезет, наверное, от того, что труба будет нагреваться. Ну ничего страшного, подкрасим еще раз. Ой, конечно, что-то краска, наверное, замерзла. И графитчик с меня так себе. Какая-то струя, видите, не совсем правильная. Ну ничего, сейчас покрасим. Может, и правда меньше будет его сдалека видно. Хотя, в принципе, я особо сильно землянку не прячу. Именно поэтому я и решил не ставить замок на нее. Потому что многие писали, поставь замок. А вот кто-то писал, что вот на землянку лучше не ставить. Будет кто-то проходить. Найдет случайно каким-то образом или еще что-то, захочет посмотреть, что внутри. А если захочет, то внутрь попасть, в принципе, не составит труда. Придется ему сломать дверь. А так, ну, дверь открыта. Изнутри, да, надо будет какую-то клямочку такую поставить, чтобы, знаете, ну, честно скажу, немножко стремновато там спать. Поэтому надо будет поставить какую-то, типа, задвижечку, чтобы можно было на ночь запираться. В принципе, может, и не так страшно это все получается по поводу дымохода, как я думал себе. Но что-то с краской уже не то. Спустя минуты полторы-две стараний получилось как-то вот так. В принципе, не то чтобы
незаметно, но, возможно, менее заметно, нежели белый вот этот цвет металлика. Так, где-то мой колпачок от баллончика, вот он. Давайте посмотрим, что же у нас тут лежит, ребята. А тут у нас лежит какие-то проводочки, какая-то ленточка. В общем, давайте сейчас переберемся в землянку, я вам покажу, потому что там реально намного теплее, нежели здесь. Хоть тут печка сейчас не работает, потому что, наверное, надо, чтобы вот эта штука подсохла. Может, вечером тестово затоплю. И топить уже, наверное, буду завтра, чтобы она прогревалась. Сегодня буду ночевать в доме. Именно для этого я сегодня весь день прогреваю дом, чтобы там тепло было. Потому что на улице сейчас реально дубак, а по ночам вообще тихий ужас. Короче, сегодня в землянке ночевать не буду, а буду в доме. Понятно почему. Плюс там еще будут нюансы, что я еще буду кое-что красить здесь, чтобы не дышать вот этим всем. Но об этом позже. Сейчас, ребята, мы будем проводить в землянку свет. В прошлый раз мы цепляли наверх фонарик, у нас в принципе, ну, у блогеров зачастую много света с собой для съемок, что свет закончится, ну, как бы, это глупо так думать, потому как обычно там все аккумуляторы берутся с запасом, там запасные фонарики, я иногда бывает по 3-4 фонарика с собой беру, но все равно хотелось бы сделать здесь какой-то свет, давно писали сделай свет, и вот, ребята, пожалуйста, делаю свет. Я, в принципе, изначально собирался сюда свет делать, думал поставить солнечную панель, но сейчас зима, я не знаю, как она будет работать. Плюс она реально дорогая. И пока что на первое время я, ну, как бы такой более простой вариант сделаю. Сейчас, в принципе, в процессе вы увидите, как все это будет. Паять я не умею, поэтому я вчера попросил своего товарища Дениса, он мне тут напаял, подготовил, тут по сути осталось только все это дело установить. В общем, давайте я сейчас кое-как раскидаю эти ленты, здесь вы увидите, что будет, и объясню, как оно будет работать и от чего, самое главное. Я думаю, закрепить одну ленту вот здесь, аж туда до печки, ну, наверное, не до самой печки. Здесь я особо не вижу смысла над лестницей, и, возможно, пустить сюда одну такую ленточку и сюда. В принципе, по идее, я думаю, будет достаточно света. Видел в эпицентре такие вот стяжечки, смотрите, как удобно будет. Сейчас так саморезиком сюда клац, прикрутил, она потом висит. Я вот так светодиодную ленту буду проводить, и, ну, как бы, я думаю, многие понимают принцип того, как работает стяжка. Короче, ладно, одной рукой это неудобно. В общем, берем шуруповерт. Все, висит такая стяжка, потом просто вот так лента сюда продевается, и так хоп, замочек. И сейчас, короче, еще пару штук таких прикручу и уже буду вешать первую ленту. На улице, ребята, идет снег, если я сейчас сделаю тишину, возможно, вы это даже услышите. Ленты, видите, я вот так закрепил, одна вот так идет длинная, одна вот так, и в принципе у меня еще кусочек хватил, чтобы там, я не думал там свет делать, но был запасной там метр, и он как раз таки туда пошел, здесь аж прям до самой печки, ближе к печке, ну, особого не вижу смысла, еще не проверял, не включал, будет ли работать эта конструкция, но по идее, как, ничего сложного в этом нету, должно работать, в общем, смотрите. Вот такой выключатель, я его как увидел в магазине, я подумал, блин, как в самолете, смотрите, опа. Ну, пластинку это, короче, она в комплекте не шла, это уже прикрутил дома. И потом вот так, хопа, выключаете. Ну, как бы, можно было людской выключатель взять, но мне показалось, что вот этот будет реально очень козырно. И я думаю, ребят, где-то вот здесь его нужно, короче, поставить. Чтобы вот эта часть туда влезла, нужно сейчас вот с помощью вот такого пера просверлить здесь небольшой глубины отверстия. И мы туда поставим вот этот выключатель. Вот такое вот отверстие, и туда вставим сейчас выключатель. Еще надо будет сверлышком сбоку просверлить дырочку, точнее тоже отверстие, для того, чтобы вывести можно было проводки. В общем, этим всем заниматься и снимать, ребят, немножко неудобно, я уже сделаю и вам покажу. На улице еще настолько светло, мы закрываем дверь, смотрим, как у нас тут без света. Конечно же, глазу видно всегда все лучше, ярче и так далее. В общем, тут я все поскручивал, все контакты посоединял, одел термоусадки, осталось их только, так сказать, заплавить, поджечь. Не знаю, как это правильно сказать. Смотрите, такой тумблерок. Так, хопа! И свет. Все прикольно, только не понимаю, почему у меня крест в небе. Для того, чтобы здесь находиться, света, я думаю, будет более чем достаточно. Если снимать видео, допустим, и когда полностью темно, да, может, чуть-чуть недостаточно будет, придется, возможно, подсвечивать. Я вот, видите, уже фонарик приготовился, потому что сейчас будет на улице темнеть, а у меня будут тут внутренние работы, буду сегодня еще делать пол. Сейчас на улице потемнеет, в принципе, свет мне очень даже в помощь. Смотрите, вот все питается на таких аккумуляторах 18650. Хотел первоначально поставить солнечную панель,
Но сейчас зима будет на улице, и как бы солнца-то особо не будет, и подозреваю, что чтобы оно там не заряжало, как бы заряжать оно особо нормально не будет. Возможно, весной поставлю, возможно, не поставлю, посмотрим. Пока что я думаю, что не сложно будет мне просто носить с собой такие аккумуляторы, посмотрим. Я думаю, что на вечер с головой должно хватить, если не хватит, ну, блин. В следующий раз возьму с собой несколько комплектов. В принципе, 4 аккумулятора, я не знаю, чтобы эти ленточки высадили, надо реально там целую ночь, наверное, светить. А я думаю, там вечером пару часов посветить более чем достаточно будет. Выложил частично пол. Решил, буду начинать ставить его отсюда. Вот эти штуки тоже позашиваю. Здесь вот действительно печку надо было поддувало выше делать. Ну, типа фундамент как бы из кирпича, либо чего-то другого сделать, чтобы вот это и топка, и поддувало были выше. Будет реально неудобно, но поэтому придется вот здесь пол не делать. В общем, надо все зашить. Сейчас я просто разложил, пока не прикручивал ничего, потому как очень мало осталось у меня саморезов. Давайте вам покажу. Вот, все саморезы, что остались. Что это за звук такой? Какая-то сырость тает, наверное. Короче, саморезов очень мало. Я подозреваю, что их на пол не хватит. В принципе, ребята, оказывается, у саморезов есть такое свойство, что они когда-то заканчиваются. Неудивительно, сколько мы их тут уже закрутили, перекрутили и так далее и тому подобное. Сейчас для начала раскладываю. Хотел еще сегодня перед сном где-то вскрыть морилкой, но, смотрите, плохо видно, блин. Короче, надо, чтобы они оттаяли, поэтому я пока что их сейчас сюда поскладирую. Потом вгню все в размер, так сказать, соберу вот этот конструктор, как в Тетрисе, знаете. И потом уже, наверное, буду прикручивать, насколько хватит саморезов. Насколько, ну, что не хватит, то будет неприкрученное. Если оно оттает, потому что оно в таком, типа, корочка ледяная слегка. Если оно оттает, то я вскрою сегодня перед сном еще этой морилкой. Ну, если нет, то уже на другой раз перенесу. На улице, ребята, потемнело. Либо у меня батарейка села немножко, я не знаю. Мне кажется, ярче светило. Но, может, это обманчиво было из-за того, что там свет с улицы был. Короче, все. Берем маленького братана на помощь. Светим, и как это посветить бы? О, давайте, блин, я не знаю, как посветить. Короче, давайте так, пускай засвет легенький такой будет в одной точке. В общем, я посчитал саморезы, точное количество, сколько их есть. И вот эти я посчитал, если я буду по одной вот так чередовать, закручивать, а другой раз приду докручу, то мне, в принципе, хватит, чтобы дошить до сюда. Вот, до сюда, где вот эта балка такая. В следующий раз придется дошить вот эту часть. Там я не вижу смысла особо зашивать, потому как там будут дрова. Пускай лежат на земле, там, я не знаю, нижний слой, наверное, вообще никогда не спалится, потому как дрова регулярно должны, по идее, ну, в моем понимании, так, обновляться, то есть постоянно подрубливаться. Вот там попылил чуть-чуть вечерок, значит, хопа, надо на следующий день нарубить и положить, чтобы, ну, мало ли что, чтобы был стратегический, так сказать, запас. В общем, ребят, как видите, все в опилках. Может, под каким-то углом будет видно еще вот корочка льда такая на этих досках. Не знаю, буду ли я их сегодня вскрывать морилкой, есть ли в этом смысл. В принципе, я могу этим и завтра заняться. Сегодня что тогда? Сейчас быстренько дошью вот это все дело и пойду в дом. Видите, затопил печку для того, чтобы немножечко оно прогрелось. Вот, кстати, видите, такой переход есть. Где сегодня шпаклевал, кстати, опять парит. И где вот это шпаклевал. Ну, в принципе, много топить не буду. Сейчас вот это закладка дров еще, тоже третья, наверное, догорит. И я думаю, этого хватит. А завтра еще немножко потоплю, чтобы оно, так знаете, в таких слишком запекающихся условиях не сохло. Потому что, ну, я не эксперт, но мне кажется, что так неправильно. Оно должно как-то более-менее естественно высыхать. Так, я уже такую помощь небольшую. Ребята, всем снова здравствуйте. Пришлось вернуться на большую землю, потому что строительство без саморезов, ну, наверное, вообще не строительство. В общем, приобрел не то что пачку, целое ведро такое саморезов. Надеюсь, этих саморезов мне уже до конца строительства землянки с головой хватит. В общем, шо, у нас тут все неизменно. Вот эта штука, наверное, уже шуба, или как она правильно называется, ну, короче, то, что я заштукатурил, подсохло. Сегодня, надеюсь, шлифану, доделаю сейчас пол быстренько. Там, как оказалось, этот процесс достаточно быстрый. И быстренько-быстренько морилочкой вскроем. Также думаю привести в порядок как-то лестницу, потому что она уже зачухалась. Вон там, смотрите, пятна от морилки тоже есть. Короче, вскроем сегодня морилкой. Если успею, то еще и лаком. Ну что, ребята, получилось как-то так. Здесь нижнюю ступеньку, ну, возвел такой небольшой на ней фундамент, для того, чтобы с вот этой ступеньки был переход, скажем так, вровень с полом. Высота этой ступеньки вышла меньше, чем
У этих лестницу надо будет как-то намарафетить немножко, придать ей вид. Конечно же, полно щелей, ребята, потому что доска резалась, ну, не супер ровно. Я как бы ее тоже там не подгонял. Так, пилочкой вот тут, смотрите, даже видите, на глаз. Даже вот торцы моментами кривые. Но это все дело можно будет, в принципе, в будущем зашпаклевать красивенько. Но, наверное, уже не сегодня. Что дальше? Дальше нужно сейчас как-то, чтобы оно чуть-чуть прогрелось или что, убрать вот эти опилки. И можно будет вскрывать пол. Сейчас, знаете, так все вроде красиво, но когда сюда будут там постоянно приходить какие-то люди, я там с улицы, грязные ноги, то будет вот примерно как на ступенях лестницы. Ну, в принципе, ладно. Здесь они слишком грязные, потому что дверь много была открыта. Ну, короче, в принципе, нанесется сюда болото, и это все будет не такое белое, некрасивое, поэтому надо вскрыть морилкой, потом поверх лаком. Еще, кстати, было очень много комментариев по поводу кроватей. В общем, я понял, да, ребят, с поддонов кровати будут никудышнее. Ничего там не надо укорочить. Чать их там в ширину, в длину. Нужно просто сделать нормальную кровать. Кто-то писал двухъярусную кровать, кто-то писал такие типа шконки, как знаете, в тюрьме. Я сперва загорелся двухъярусной кроватью, но потом подумал, что шконки вот эти все-таки будут практичнее. Даже не из-за того, что их можно сложить, а просто это будет, ну, реально практичней. Так что сейчас, наверное, я еще сделаю шконки. Покажу, как я их, в принципе, придумал присобачить. Надеюсь, что получится мой план, как я их хочу присобачить, чтобы это удобно было, их можно было складывать или вообще убирать. Ну, а потом это все дело, кровати и пол, будем вскрывать морилкой. Думаю, что это будет намного быстрее, нежели я по потолку это делал, и руки у меня останутся намного чище, потому что, ну, все-таки вот так вызюкать, короче, оно не очень удобно было. Ну что, сейчас выхожу на улицу, беру еще пару таких штахет. Я не знаю, ширина кровати сантиметров 70, я думаю, в принципе, более чем достаточно для одного человека. Поэтому шире особо нет смысла их делать. Короче, одна будет вот здесь, вторая будет вот здесь. Здесь в будущем будет какой-то стол, либо что-то, короче, будет. Не знаю, еще не придумал. Ну, можете вы какую-то идею подкинуть. А я, короче, пошел носить штахеты и будем сейчас скручивать шконки. В первой партии еще остались длинные такие доски. Их я пущу на одну кровать. Вторая кровать, наверное, будет короче. С второй партии придется выбрать, ребята, самые длинные. Смотрите, как все обледенело, потому что на улице было. Затарабанил сюда, чтобы оттаяло. Надеюсь, оно сегодня успеет оттаять. Не хочу сегодня уже тратить время на то, чтобы там носить сюда дрова, растапливать печку, чтобы понялась температура. Но здесь все равно теплее, чем на улице. Я надеюсь, оно сейчас оттает быстренько. А я тем временем займусь шлифовкой печки. В эпицентре мне сказали, нужна такая штука. И нужны такие сетки. Целую пачку сеток купил, пока что только одну вытянул. Сейчас нужно вот это. А я так покажу. Сюда одеть, вот так загнуть. Вот эти. Все, вот как-то так собрал эту конструкцию. Не знаю, что она способна шлифовать, но в принципе, смотрю, вот здесь лишнее она обдирает. Не могу сказать, чтобы это все будет очень красиво. Интересно, как я вот тут буду. Такие коржи тут наложил, когда первый раз это делал. Ну, в принципе, смотрите, оно стирает. Сейчас, короче, кое-как подровняю. Надеюсь, за это время оттают немножко доски. Если оттают, будет хорошо. Скручу щиты. Сделаю шконки, если нет, то уже в следующий раз. Если приду сюда, например, с суперсусом. Если вы хотите, конечно, чтобы я пришел с суперсусом. Давно я не клянчил лайки. Ну, как бы, я не считаю, что, знаете, когда я просто говорю, поставьте лайк, то это я клянчу лайки. Но, если под этим видосом соберется 70 тысяч лайков, я вам клянусь, даже если у суса не будет получаться, я, короче, его скручу, короче, свяжу ему руки-ноги, положу в мешок и приведу сюда. Хотя, я думаю, в принципе, он сам с радостью сюда придет. Поэтому, ребят, давайте договоримся. 70 тысяч лайков, и сразу же мы сюда идем с сусом, снимаем видос, я его выгружаю на канал. Надеюсь, суперсус не спалит мне землянку, потому что, ну, это вообще уже цирк какой-то будет. Короче, все, ребят, давайте я сейчас так буду шлифовать. А вы тем временем влепите лайк, напишите какой-то комментик. О, нормально она так шлифует, в принципе. Верхние ступени вообще покрылись льдом. Я пытался его и топором отдраять, и еще чем-то. Короче, так себе что-то получается. Наверное, сегодня лестницу вскрывать я не буду, а сегодня вскрою только пол. В общем, в следующий раз я приду и возьму такую... Может, видели, я костер разжигал. У меня такой, типа, небольшой газовый резак есть. Я возьму с собой пару баллонов. Я мало того, что обожгу вот эти ступени, так еще и растоплю вот этот лед, получается. Мы их очистим, шлифанем немножечко, и тогда уже вскроем. А сегодня, в принципе, я вскрою пол.
Ну и там еще проведу какие-то сверху работы. Готовил себе вот такую вот баночку. Взял вот такой респиратор, потому что, ну, как бы опыт чему-то учит. Перчатки хотел взять, но забыл. Но надеюсь, сегодня руки будут чистыми у меня. Прошлый раз, пока потолок вскрывал тут, получил такой себе небольшой приход. Не понравилось. Поэтому взял респиратор. Не знаю, хоть частично, я надеюсь, он меня спасет, потому что респиратор какой-то дешманский. Ну и как бы, наверное, он только от пыли защищает. Это все-таки не пыль, а какие-то химические, токсические запахи. Короче, что, наливаем вот эту баночку, одеваем намордник, вернее, респиратор от коронавируса, и начинаем вскрыть. Как-то вот так. Я бы сказал, знаете, свои ощущения, что не землянка, а рай для токсикоманов. Только что снял этот респиратор. Могу сказать так. Он защищал, но не сильно. Ну, где-то на 50% меньше я, наверное, вдохнул всякой гадости, нежели мог вдохнуть. Вот здесь тоже еще покрытые такой корочкой льда штахеты вот эти. Вот тут тоже лед. В принципе, не вижу смысла сейчас вскрывать. Возможно, придется еще раз вскрыть. Не знаю, сегодня, наверное, уже морилки не хватит. Кстати, на потолок как-то чуть-чуть ушло, на пол. Таким щедрым слоем мазал, и все было хорошо. Смотрите, ребят, ленточки светят тускло, но аккумуляторы хорошие, практически новые и заряжены. Возможно, из-за того, что они замерзли. Сейчас вот такая ситуация. Я думаю, что со светом нужно что-то предпринимать, потому что в землянке не всегда будет тепло. Допустим, вот я сейчас пришел, там, представим, что вечер, я включил свет, пока землянка нагреется, аккумуляторы уже, вот смотрите, такую какашку выдают. Короче, я не знаю. Напишите что-то в комментариях, посоветуйте, что сделать мне, чтобы у меня был нормальный свет. Возможно, какой-то маленький аккумулятор, типа как от мопеда, либо скутера, принести и с собой постоянно его уносить, заряжать. Возможно, здесь как-то придумать, чтобы он заряжался. Короче, пишите идеи насчет электричества в комменты, а я постараюсь какие-то вот те, что мне понравятся, реализовать, чтобы здесь был регулярно нормальный свет. А то вот это порнография какая-то, а не свет. Хотя поначалу светило ярко. В том углу я начинал, там уже подсохло, и там уже как бы оно так слегка белеет. Здесь еще пока влажное, то оно темное. Короче, надо будет в любом случае еще один слой залить. И, ну, как бы сегодня все выможу, и в следующий раз еще раз с морилкой приду, опять дамажу, а потом нужно будет залить лаком, не знаю, хотя бы в 2-3 слоя точно. Так, здесь уже МТАКовская моя курточка прошлогодняя, покрылась снегом. Кстати, я уже был в МТАКе и затарился новыми шмотками. Но я их сюда не одел, потому что, ну, пока идет строительство, я их просто засру. Я надеюсь, в следующем ролике я вам покажу. Большое спасибо компании МТАК, что меня вот одевает с ног до головы уже на протяжении года для съемок. Это украинский бренд, который делает милитари одежду, тактическую одежду, кучу товаров для туризма и много-много чего хорошего. У них хорошие цены, кому-то может так не показаться, но, ребят, я вам скажу, это крутые технологические вещи, в которых реально будет тепло. За эти вещи вы не переплачиваете, как бы, просто за бренд какой-то, типа там North Face и так далее и тому подобное. МТАК делает кучу вещей, вообще ни капельки не хуже. Ссылочки на все мои товары будут в описании, на обновке не знаю, есть ли смысл сейчас кидать ссылки, наверное, в следующем ролике я уже кину ссылки, чтоб, ну и сразу покажу вам, что я, короче, себе на зиму там у них набрал. Так, сейчас что мы делаем? Сейчас надо как-то, когда двери закрываются, давайте мою курточку в сторонку эту двинем. Тут, смотрите, тоже льдом все покрыто, господи ж ты боже. Так, давайте в этой токсикоманской землянке оба закроемся и смотрим, что мы наблюдаем. Такой пердячий звук немножко. Так, ну вот это понятно, мы потом закроем, пускай лучше сейчас проветрится. Нужно, блин, это тоже я не знаю, возможно, придется какой-то уплотнитель ставить. Короче, нужно что? О! Нужно что? Сюда подцепить какую-то балку. Типа вот как вот здесь была, чтобы когда землю буду насыпать, надеюсь, это уже скоро случится, то как бы эта штахета держала, чтобы земля сюда не попадала. Здесь тоже, возможно, такую же надо будет прибить. И как бы, в принципе, потом подсохнет эта вся бяка-билибердяка, и я еще остатки дамажу. Ну что, ребят, работы не так много, как я много болтаю, поэтому приступаем.
Ну все, ребята, как-то вот так получилось. На этом видеоролик мой подходит к концу. Если он вам понравился, то поставьте лайк. Если просто вы вот хотите как-то поддержать мои старания, то тоже поставьте лайк. Я буду очень благодарен. Также пишите комментарии, это помогает в продвижении ролика. Мне очень интересно читать ваши советы по строительству. Особенно в данной ситуации будет очень как бы полезно и логично по электричеству дать какие-то советы. Ну и да, наберем 70к лайков. Суперсус будет тут. Я вам это гарантирую, ребята. Все равно он тут рано или поздно будет, просто он будет в следующем видосе, если наберем 70к. Если не, ну как бы будет, ну попозже. Короче, с вами был Сергей Трейсер. Всем, ребята, до новых встреч. Всем пока.